Хотите, чтобы ваш мотоблок или мотокультиватор работал круглогодично? Покупайте снегоходную приставку. Снегоходная приставка – удобное и надежное средство передвижения в зимних условиях. Она разработана и запатентована в Нижнем Новгороде фирмой «САМ». Вес приставки с двумя гусеницами без мотоблока – 37 килограмм. Время сборки снегоходной приставки – 5 минут. Для этого не требуется дополнительных знаний и умений. Мотоблок со снегоходной приставкой и прицепными санями-волокушами способен перевозить груз общим весом до 200 кг, при этом развивать скорость до 18 км в час, расходуя не более 2 литров бензина в час. Снегоходные приставки полностью адаптированы к установке на мотоблоки и культиваторы и не требуют никаких дополнительных доработок. Снегоходная приставка позволит любителям зимней рыбалки и охоты передвигаться по заснеженной местности, жителям села получить надежное средство передвижения, а дачникам в зимнее время с удовольствием совершать мотопрогулки по ближайшим окрестностям. Транспортному средству не требуется регистрация в ГИБДД, а владельцу – получение водительского удостоверения. Предлагаем приобрести складные сани-волокуши. Приглашаем к сотрудничеству торгующие организации. По всем вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу: Нижний Новгород, улица Культуры, 103.